Мужчина действительно очень важно, чтобы женщина, которая находится рядом с ним, верила в его цели и никогда не обесценивала то, к чему он стремится. Какой бы непонятной или же пустой тебе не казалась его цель. И вот когда женщина хочет избавиться от своего внутреннего тревожного состояния, а не бросит ли ее мужчина, а достаточно ли она хороша по сравнению со всеми остальными. Вот очень важное качество – научиться поддерживать любое начинание вашего мужчины. И вот это даст вам огромное преимущество перед вашими реальными или же мнимыми конкурентками. И поддерживать его, верить в него нужно именно в те моменты, когда непросто. Когда в его паруса не дует сильный ветер. Когда его корабль мог сесть на мель. Когда кажется, что все рушится и его цели идут ко дну, вот здесь нужна ваша поддержка, нужна ваша вера в него, нужна та самая опора, на которую он сможет положиться, чтобы найти силы и пойти вперед. И в каком-то смысле мужчину не нужно привязывать, ему нужно помогать любить его цель.